Всем привет, с вами Genfix, и сегодня мы продолжаем играть в Space Engineers. В прошлой серии мы остановились на том, что мы нашли железо и начали к нему прокапываться. Так что сегодняшняя наша задача — это построить шахту, ну или что-то похожее на нее. Для тех, кто интересовался, с какими модами я играю, сейчас я покажу список быстренько, если что, на паузу поставите и посмотрите. Сегодня я бы хотел начать с постройки новой машины, потому что предыдущая мне уже надоела, в ней довольно мало места, да и визуально она мне не очень нравится, поэтому думаю, что нам нужно что-то новое. Тут я уже подготовил проектор, сейчас будем делать. Медленно, но верно мы движемся к своей цели. Я пока решил не делать какую-либо там стену со сварщиками. Лучше оставим это на потом, сделаем какой-нибудь завод по производству. И там уже будем радоваться. Ну и вот что у нас получилось наконец-то. Ну и чтобы сделать вместимость еще больше, я решил сделать прицеп к ней. Все вместе выглядит примерно вот так. Недолго думая, я решил протестировать наше творение, заодно привести камни с наших раскопок. Камень я не дам. Ну и ладно, я сам справлюсь. Зато разгружаться теперь очень удобно. Катаясь по миру, я обнаружил упавший корабль. И тут же жадно принялся его распиливать. Позже я все-таки решил заглянуть внутрь и нашел там пару контейнеров. Из полезного там были медкомпоненты, которые нам очень нужны, так как на планете серебра у нас нету в принципе. Теперь пришла пора работать над нашим лифтом. Начать я хотел с того, чтобы распилить мешающие нам буры. Полностью распиливать я их не стал, так как они мне еще пригодятся. Позже все увидите. После этого сделаем небольшие наброски нашей шахты, вот так она будет выглядеть. Потом вместо буров я сделал сварщики, в этом заключалась вся моя идея. Мы сделаем из них платформу, на которой будем стоять и строить. В условиях отсутствия джетпака, я думаю, это была самая хорошая идея. Сейчас заодно продемонстрирую вам это все в действии. Но пока я лезу наверх, у вас есть время подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, да-да. Для меня это будет лучшей наградой.
Тем временем работы кипят, я уже достроил все донизу, сейчас будем все варить. На данный момент у нас все готово. Теперь у нас новая цель. Мы должны сделать платформу с лифтом, чтобы мы могли заезжать сюда на транспорте, спускаться, подниматься, ну и так далее. Оставлю вам пару фрагментов того, как я это все делал. Пока я занимался строительными делами, стал свидетелем очередной фракционной битвы. Решил все-таки понаблюдать за этим.
Выглядит там все довольно серьезно. Так, стоп. Он убегает от них. Ну, не убегает, улетает, точнее. Или нет? По-моему, он падает. Понять не могу. Кажется, он и правда падает. Честно говоря, я чувствую себя каким-то стервятником. Постоянно пытаюсь наживиться на ком-то. Ну, кажется, у нас еще одна цель появилась. Я уже злобно потираю ручки. Так. Ой, сейчас что-то будет. Упс, извиняюсь. Но. Эй, ну так нечестно. Я думал, он разобьется сейчас об скалы. Эх, такое шоу испортили. И... это все? Ладно, понятно. А, они летят за ним, серьезно? Что делать мне с ними? Хотя они нейтральные для меня. Он опять с щитами. Интересно, интересно. Сжав волю в кулак, я все-таки решил сходить и посмотреть, что же там все-таки упало к нам. Тщательно обыскав корабль, я наткнулся на один очень интересный контейнер. Нужно будет определенно сюда еще раз съездить и забрать отсюда все. На всякий случай решил еще раз пробежаться по кораблю, вдруг я что-то пропустил. Спойлер, не пропустил. Зато потом на обратном пути я встретил уже два знакомых нам корабля, которые были явно довольны выполненной миссией. Приступаем к завершающим штрихам. Осталось распилить остатки того бура, и наш проект завершен. И вот оно, то, к чему мы шли целую серию. Да-да. На этом видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся.